Северный арт-фестиваль Тайбала вошел в список финалистов конкурса «Хрустальный компас». Это первая премия в области национальной географии, экологии, популяризации природного и исторического наследия России. Стать ближе к награде Тайбале может помочь любой северодвинец. 1 апреля на сайте национальной премии «Хрустальный компас» началось интернет-голосование. По его итогам определят победителя в номинации «Признание общественности». В жюри известные ученые, общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов России. Среди них Артур Челенгаров, Николай Дроздов и Виталий Сундаков. Проект «Тайбала» представлен в номинации «Лучший социально-информационный проект». Всего на соискание премии поступило свыше 160 заявок из 59 регионов России, а также из Украины и Белоруссии. Весьма важно и значимо, поскольку нас не знают, знают только в Архангельской области, да, уж на Кубани точно просто никто ничего не слышал. Я абсолютный практик, поэтому шансы невелики. Но так получается, что куда я ни приеду, нас замечают. Ну, я думаю, что и проект хороший, и презентация хорошая. Среди конкурсантов очень серьезные игроки, говорит организатор фестиваля Тайбала Илья Кузубов. Поэтому большая надежда возлагается на удачу и любовь участников, гостей и волонтеров фестиваля. Каждый интернет-пользователь может проголосовать за любое количество проектов, но только один раз в сутки. Голосование завершится 30 апреля в 23:59.